Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео я хочу затронуть такую тему, как избавиться от токсичного человека в вашей жизни, в вашем окружении. Сегодня я хочу с вами поделиться некоторыми своими мыслями на эту тему, которая касается, мне кажется, абсолютно каждого человека или хотя бы многих из нас, потому что я думаю, что токсичные люди встречаются довольно-таки часто. Это могут быть коллеги на работе, это могут быть в семье родные или близкие, возможно, друзья или знакомые. Сегодня я хочу вам поделиться, просто рассказать, как, по моему мнению, можно избавиться от этого человека. Этот процесс, он может быть трудным и даже болезненным, но иногда он необходим для нашего собственного благополучия, счастья и здоровья, ментального, так и физического. Первый и, пожалуй, самый важный шаг, о котором я уже говорю, осознать. Не первое видео, какая бы проблема ни произошла, я все время говорю, осознайте. Это распознать токсичность в отношениях, будь то любовные, дружеские или родственные. Это первым делом распознайте. Это может проявляться токсичность в различных формах. Там критика постоянная, манипуляция, эмоциональное выматывание, даже насилие какое-то. Но важно быть в этот момент честным с самим собой и признать, что отношения с этим человеком вредят вашему благополучию, здоровью, и что так дальше продолжать нельзя. Второй этап – это установить границы. Кто бы что ни говорил, но установление границ, но это важный этап, не только несмотря в этой проблеме, о которой мы с вами говорим, токсичный человек в вашем окружении, но и вообще по всей жизни. Я думаю, установление границ, то, как к вам могут относиться, я думаю, это важный этап, который для себя должен человек принять и выстроить. Это может быть сложно, особенно если вы боитесь конфликтов, если вы не хотите обидеть этого человека. Но самое главное — помнить о себе, то, что забота о себе и своем благополучии — это важнее всего. Главное понять то, что в вашей жизни вы — это самый важный и главный человек, и то, что ваше благополучие и здоровье на первом месте. Определите, что вы больше не готовы это терпеть, и дайте понять это человеку. Мы переходим к третьему пункту – это поддержка себя. Третий шаг в отношении себя – поддержка – это целый процесс, который может быть также сложен, труден, но он также может включать в себя и поддержку со стороны друзей, близких, знакомых. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой, вы, если вам это нужно, можете обратиться к психологу, даже нужно, если вы чувствуете, что вы не можете один справиться с этой проблемой. В заключение хочу сказать, что избавиться от токсичного человека в вашей жизни – это процесс достаточно трудный. Но именно этот опыт, с которым вы столкнетесь, поможет вам дальше выстраивать границы и не подпускать к себе больше таких токсичных людей, с которыми вы ранее столкнулись в жизни. Я надеюсь, что у вас как можно меньше в жизни токсичных людей, или вы справляйтесь с этим и не позволяете всяким вот таким людям разрушать вашу жизнь, ваше здоровье, ваше благополучие. Спасибо, что смотрели это видео. Всем удачи и всем пока.